ни души. О, вон женщина идет одинокая. Вот, знаете, как, когда овца от стада отбилась, а волк вышел на охоту, ищет свою добычу. Шучу, конечно. Сейчас попробуем. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Я давно проживаете здесь? Просто интересуюсь. Ну ладно, спасибо. Не очень общительный кандидат был. Вот. Боятся людей. Волков боятся в лес не ходить. Вот. Чё же в лес тогда вышло, спрашивается. Наверное, не слышно было даже, что она говорит. Ну, не проблема. Сейчас найдем другую жертву. Вот, с моих экспериментов. Там еще ни один человек не спросил меня, что на камеру снимаю. Вот, ну, как говорится, вот идет девушка впереди. Может быть, она спросит. Сам накаркал. Вот, ну я отмажусь. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Да. Как давно проживаете здесь? 6 лет. Я просто ищу интересных людей из города, кого можно познакомить с проектом, которым вы занимаетесь. Как вы на это смотрите? Вы знаете, если честно сказать, я так опаздываю на работу. Да? Ладно. Ну, делаю до 5 подходов, как правило, вот, и получается контакт. Вот, статистика, она срабатывает всегда. В принципе, раз в 3 минуты это нормально. Вот, следующий человек, то есть проходит не более 30 секунд, и я делаю новый контакт. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Да. Как давно проживаете здесь? 8 лет. 8 лет. Я просто ищу интересных людей из города, кого можно было познакомить с проектом, которым занимаюсь. Как вы на это смотрите? Ну, вообще, у меня обеденный перерыв закончился. Да, нет, мы могли бы просто телефоны обменяться, потом позвонились. А что за проекты? Вообще, чай продаю зеленый. У меня здесь далеко находится офис. Вот, могли бы уже потом пообщаться, уже не на улице об этом. Ну, насчет чая можно пообщаться, но не знаю. Ну, давайте обменяемся телефонами. Меня зовут Александр, вас как? Меня Татьяна зовут. Давайте пишу. Ну, пишите. Сейчас я вам вызов сделаю, чтобы понятно было. Откуда? Почему? Хороший так, чай красноярский, это проблема? Да нет, я думаю, что не проблема. Ну, жить, да? Надо заниматься им. Как говорите, зовут, забыла вас? Меня Татьяна. Татьяна, очень приятно. Так, вот вам визитка моя, чтобы не забыть. Вот. Ну, созвонимся, окей? Спасибо. Она даже ответила на мой звонок. Ну, вот. Я сейчас записать нужно. Будет, допустим, вот, кружочка пропустил. Так. Татьяна. Вот, веди вперед кружочек уже, я сейчас записываю на скорую руку. Таня. Вот, а это вот там чек не так нормально. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Да. А как давно проживаете здесь? Это что, вопрос, тест, что? А, нет, просто интересуюсь. Господи, никогда сейчас вообще. Никогда. Я вообще ищу людей из Красноярска интересных, кого можно познакомить с проектом, которым занимаюсь. Вообще, чай продаю зеленый. У меня тут офис далеко находится. В принципе, телефоны могли бы обменяться, а потом бы созвонились уже. Ну, давайте. Давайте. Меня зовут Александр. Александр. Ну, пишу. Вы вообще чем занимаетесь? Мне некогда, я опаздывала, мне сейчас надо бежать. Хорошо, Люд, подождите секундочку. Вот вам, чтобы не забыть меня. Все. Так, у вас тут недоступен телефон почему-то. Да, я не знаю. Доступен. Доступен, да, правильно? 913, 730, 24. 830. А, 830. Тем более телефон сейчас садится. Я дозвон сделаю вам, что сохраните, окей? Чай хороший? Конечно. Английский? Китайский. Китайский. Жужжит? Ладно, все, спасибо. Так. Ну просто я красава разрулил. Так, вот я иду уже по очень людной улице. Эх ты. Большие, большие титьки были. Так.
кого бы спросить? Сейчас. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Да. А как давно проживаете здесь? А что хотели? Я просто ищу интересных людей из города, кого можно познакомить с проектом, которым занимаюсь. Как вы на это смотрите? Да? Ну ладно, спасибо. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Да. А как давно проживаете здесь? Давно. Давно, да? Я просто ищу интересных людей из города, кого можно познакомить с проектом, которым занимаюсь. Как вы на это смотрите? Ладно, спасибо. Так, ну, бывают люди слишком консервативные, не хотят общаться, а вот девушка идет впереди. Беленькая. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? А как давно проживаете здесь? Женя, я просто ищу интересных людей из города, кого можно познакомить с проектом, которым занимаюсь. Как вы на это смотрите? Какие проекты? Вообще, чай продаю зеленый. У меня здесь недалеко находится офис. Вот, в принципе, могли бы телефонами обменяться, а потом бы созвонились. Как вам предложение мое? Что? Ну, просто пообщались, возможно, станет интересно, чем занимаюсь. А вы откуда? Почти год в Красноярске живу, вообще с Иркутска приехал. Иркутск? Да. Торговать зеленым чаем? Ну почему, я это уже делаю, просто как бы ищу людей, он себе в команду. Я бы доктор. Да? Ну прикольно. Врачи очень успешно как бы работают в моем деле на самом деле. Вот. Меня зовут Александр, вас как? Елена. Очень приятно. Лена, давайте обменяемся телефоном. Ну давайте. Ну давайте. Так, пишу. Ты меня забудь. Прости, ты меня ночами темный, меня зови. Имя мое сотри. Лена, вы в какой области врач? Я гематолог. Гематолог? Да. Ну, так, уже, да. Вот вам, чтоб меня не забыть. Все. Все, на связи будьте. Спасибо. Так, ну, я вроде бы справился с ним. Пока забыл, как зовут аж. Так, вот идем. Сейчас кто-нибудь спросит. Девушка, скажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Да. А как давно проживаете здесь? Всю жизнь. Жизнь. Нужно спросить минуточку внимания. Я ищу интересных людей из города, кого можно познакомить с проектом, которым вы занимаетесь. Как вы на это смотрите? Мне некогда. Некогда? Не, ну, само собой, не сейчас. Говори просто телефоны обменяться, а потом бы созвонились уже. Ну ладно. Так. Это был не мой кандидат. Вот. Девушка, подскажите, пожалуйста, вы из Красноярска? Да. Давно проживаете здесь? Давно. Я просто ищу интересных людей из города, кого можно познакомить с проектом, которым занимаюсь. Как меня зовут? Ой, сейчас с негром просто улетаем. Нет, не сейчас. Мы могли просто телефоны обменяться, потом остановились. Ладно, спасибо. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Да. А как давно проживаете здесь? 64. Ой. Давно уже. Давно уже? Я просто ищу интересных людей из города, кого можно познакомить с проектом, которым занимаюсь. Как вы на это смотрите? Проектом не знаю. Ну я вообще как бы чай продаю, мне тут офис далеко находится. Ну где просто с вами телефоны обменяться, потом мы созвонились, просто пообщались. Возможно, станет интересно, чем я занимаюсь. Как вам предложение мое? Ну, давайте. Меня зовут Александр, вас как? Очень приятно, Таня. Пишу. И на всех перекрестках земли выражение лиц не меняя, благородный лгут корни. Что ты делаешь, чтобы понятно было? Ой, у меня тут их дома, но он заблокирован. Фильм должен заплатить. У меня же такой есть телефон. Сейчас давайте, давайте. Который доступен. На платок с бахромой по краям. И цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям. Так, это с тобой, да, сейчас? Так, Татьяна, да? Угу. Таня, вообще, чем занимаетесь? В торговле работаю. В торговле, да? Все, как все, да. Вот вам, чтобы меня не забыть, визитка моя. А. Все, будьте на связи. Угу. И спасибо. Так. Так.
пойдем сейчас встретим. По-моему, вон женщина впереди идет, а можно с ней пообщаться. Я думаю, что это будет удача. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Да. А как давно проживаете здесь? 25 лет. 25 лет. Я просто ищу интересных людей из города, кого я можно... Я опаздываю, да? Так, ну, человек спешит, ничего не поделаешь. Девушка, подскажите, пожалуйста, мне, вы из Красноярска? Нет. А как давно проживаете здесь? 2 года. Я просто ищу интересных людей, кто более-менее ориентируется в городе, кого можно познакомить с проектом, которым занимаюсь. Как вы на это смотрите? Я плохо ориентируюсь в городе, да? Поэтому да. Не, ну я вообще как бы чай продаю зеленый, у меня тут офис на регион находится. Вот, могли бы сами телефонами. Рада за вас. А? Рада за вас. Рада за вас. Просто могли бы телефоны обменяться, потом бы созвонились. Как бы я рассказал о своем деле, возможно, станет интересно, чем я занимаюсь. Какое предложение мое? Ну, давайте. Ну, давайте. Меня зовут Александр, вас как? Виктория. Как? Виктория. А, Вика. Ну, пишу. У вас сим-карта новая? Да? У вас сим-карта новая? Да. Пишите. Все это я хотел тебе сказать. Но почему-то мои мысли только об одном. I wanna fuck you now. Это должно сделать, что понятно. Да, надеюсь, это не способ знакомиться. Ну, Вика, мы с вами уже познакомились, так что ставь. Есть там гудки или нет? Я, может, неправильно брал? Да, правильно. Просто у меня сейчас все проблемы с телефоном. А, да? Да, он заблокировал. Так, 832, 800, там. I wanna fuck you now.